никогда не нужно верить слухам. Я не сторонник теории заговора. Можно, есть люди, которые на полном серьезе утверждают, что башня-близнецы в Нью-Йорке в 2001 году взорвала ЦРУ или ФБР. Есть люди, которые утверждают, что у нас дома взорвало КГБ. На мой взгляд, нужно исходить из вещей, которые более похожи на правду. Значит, башни взорвали террористы. Дома здесь взорвали террористы. КНДР действительно шантажирует мировое сообщество, потому что там уровень жизни настолько ужасен, и таким образом угроза дестабилизации настолько велика, что правящий режим, который сам в полном шоколаде, а люди при этом голодают, он пытается шантажировать мир и говорят: давайте нам жрать, а то запустим ракету. Вот, собственно, и все. Никаких договоренностей между Южной и Северной Кореей быть не может. Они лютые враги, потому что это два диаметрально противоположных режима. Договориться им никак нельзя.